золотую кубку, да? Топовые команды. Начинается золотой кубок конференции Азия. Сейчас на площадке Комус и Московский кредитный банк. Комус играет в форме белого цвета, МКБ в красных цветах сегодня. Комус по итогам первенства занял первое место. В 11 матчах 11 побед. Забито ровно 50 мячей. Пропущено 13, фантастическая разница. Плюс 37, больше, чем в два раза больше всех остальных команд. МКБ занял второе место в общей таблице и во втором дивизионе. В 11 матчах 7 побед. Ну, для сравнения, разница забитых пропущенных 16. Атака МКБ. Здесь мяч каким-то чудом прошел между ног Чекунова. Все-таки ближнюю штангу должен держать именно вратарь. У Комуса есть сегодня значительные изменения в составе в сравнении с регулярным первенством. Очень много отсутствующих. Ну, посмотрим, как таким составом Комус будет сегодня справляться. В личной встрече в ходе первенства Комус победил со счетом 4-1. И в золотом кубке у нас также играют Inline Group и Зарубежнефть. Их матч состоится чуть позже. Очень долго заряжается вообще прям. Я сколько заряжаю, зарядилось на 20%. Прикинь. Вообще прям. Вообще аут будет вводить МКБ. Чекунов громко сказал: я забрал мяч в руки. Защитник оставлял мяч. Вот это расклад, да? Комус проигрывает МКБ. Сурова нету, Коновода нет. Команда не играет. А как в 11-й фамилии забыл? Данилков? Да. Я вот так и не понял. Данилков? Данилков. Комус пытается начать атаку, выдергивает на себя игроков МКБ, те не особо-то идут. И не пытается прессинговать Комус. МКБ вторую часть сезона очень хорошо провела команда. Шестой номер. Комус фолит. Белопол. Салют, 2-1. Салют.
Мощный удар. Чкунов успел сместиться и руки подставить. Атака Комуса большими силами. Давно они не переходили к чужой штрафной. Забивает все-таки Комус. 1-1. Показывает, что и без Сурова, и без Коновода в составе Комуса есть кому забивать. 11-15. Я сегодня лучше чувствую, чем не понимаю. Вот серьезно, когда вот не сдавался, домой полетел. Я особо ни о чем не думал. Не так сильно эти сидеть. Ну да. Я не нервничаю, просто на кайфах. В целом ничего критического не произойдет, если сейчас третья команда закончится в ничью. Они являются номинальными фаворитами золотого кубка. Поэтому если сейчас их матч не выявит победителей, то, возможно, по итогу мы будем сравнивать МКБ и Комус по разнице забитых пропущенных мячей в матче с остальными командами. Второй момент, очень похожий гол на первый, забивает сейчас Данилков. 2-1, у Комус впереди. Комус не просто начал этот матч, но сейчас видно, что все в порядке. Смотри, Сурова нет, да нет. Получается, у Комуса мяч сохранить. Данилков сам идет, нарушает против него правила. Так, штрафной Комуса. Не совсем понятно, какова была задумка. Давай!
Молодец, Коль. Время, отведенное на первый тайм, вышло у нас 2-1. Это 15-го. Да, у друга день рождения. О, говорит, мы там ходили в классную баню, говорит, знаете, что. В том году мой там день рождения праздновал. Да. Второй тайм начинается при счете 2-1 в пользу Комуса. Комусу удалось отыграться и выйти вперед. Нарушение обратив Данилкова. Желтая, срыв атаки. И убойная позиция сейчас. Как раз точка для правши. Три человека в стенке. Вратарь сейчас поправил ее. Там угол и без того был закрыт. Ставит под удар Комус. Прострел. Вот кажется, что втянулся Комус сейчас в игру, пусть и непривычным составом. Ну, пришло взаимопонимание. Нарушение. У Комуса два нарушения правил против трех у МКБ. Чекунов бросает в штрафную. Горячев будет мяч с линии. Мяч останется у МКБ. Горячев. Данилков уходит сейчас от опеки. Очень высокий темп игры во втором тайме. Оттеснен был сейчас футболист без нарушения правил Чекунов. Пас ногой делает. Нужно было бить Данилкова, но такое впечатление, что уже не первый момент, когда он не пытается обыграть, а ждет против него нарушения правил. Валерий,
Горячев. Дают сейчас бить игроки Комуса своим соперникам. Подвстали. Последние минуты полторы. Игроки Комуса уже почти на прямые ноги. То ли подустали, то ли расслабились. Тайм-аут берет Комус. Ну, видимо, действительно подустали, и нужна пауза, чтобы отдышаться. Продолжилась игра после тайм-аута, сразу момент возник у Комус. Численное преимущество у белых. Горячев. Угловой МКБ. Штрафные, угловые, да в принципе все стандарты Московский кредитный банк разыгрывать умеет. Горячев. Данилов пытался скидку сделать в одно касание. Надолго сейчас мяч завис на втором этаже. Как будто бы у нас не мини-футбол, а пляжный. Передача на дальнюю. Защитник накрывает. Данилков. Заигрывает МКБ на своей половине. Меньше двух минут до конца. Данилков разворачивается. Отдает мяч назад. Не прошел хороший прострел. Уже укладывался на пол Чекунов. Если бы пас прошел, то его не составило бы труда перекинуть. Горячим. Нарушение. Опасная игра, желтая карточка. Давай,
По нарушениям 3-3. Вряд ли в этом матче мы увидим 10-метровые. Времени играть всего ничего. Получился перехват у МКБ. Комусу достаточно сейчас поддержать мяч 26 секунд. Просто я пока палец с одного места на другое передвигаю, только там тренинг. Я ему что, перемел? Данилков. Я сейчас поржу, если... 10 секунд. Чекунов спасает. Возможно, последний стандарт в этом матче уже. Вратарь переходит через центр поля. Высокий парень мог бы прям в штрафную идти. Отчаянный полет. Мяч летел слишком высоко. Сейчас будет мяч введен в игру и прозвучит сирена. Все. 2-1. Победа Комус. Какие 3 секунды? Я там видел. Да он не тебе